Друзья, с вами StivePro, и сегодня я вхожу в мод на драконов для Майнкрафта Pocket Edition. Этот мод добавляет нам очень много разных драконов, на которых вы сможете полетать. Но чтобы сделать дракона, вам понадобится, друзья, вот такое яичко, после чего вы просто ставите его на любое свободное место. И берете предмет, из которого вы хотите, чтобы состоял ваш дракон. К примеру, берете обсидиан и просто тапаете обсидианом по этому яйцу. И теперь ждете некоторое время. Вот и появился наш малыш. И теперь, друзья, чтобы его вырастить, вы просто кормите его тем блоком, которым вы его захотели сделать. Да, довольно хорошая задумка, друзья, но такой дракон стоит довольно много ресурсов. Ну что ж, давайте ждать, когда... А вот у нас, друзья, и резко появился большой дракон, на котором мы уже можем полетать. Как видите, он сменил цвет, потому что он стал таким большим драконом. И у него даже есть анимация крыльев, друзья. Но Майнкрафт на минуточку слагал, но ничего страшного. Да, это просто выглядит суперски, но от первого лица бывают баги с мерцанием текстуры, друзья. Но ничего страшного, мод все-таки суперски. Но также мы можем сделать и алмазного, друзья, дракона. Здесь очень много разных драконов, которые вы можете поискать в своем мире, друзья. Ну что ж, ждем некоторое время. А пока что давайте посмотрим вот на этого большого дракончика. Пока что наш дракон не появляется, это очень странно. Да, драконы появляются независимо от времени. То есть они могут появиться сразу, могут появиться через некоторое время. И это вообще, друзья, это просто время. Ух ты, все, он появился. Наш маленький алмазный дружок. Как видите, у него очень довольно дорогой крафт, потому что он состоит целиком из алмазов. И кормить придется его довольно долго. Поэтому, друзья, запасайтесь алмазами. Я не знаю, друзья, зачем нужен вот этот дракон. Но он очень-очень дорогой. Ну ладно, давайте его кормить, потому что скоро он все равно вырастет. Давай, расти, расти. Вот и появился у нас большой алмазный дракон. Это очень дорогой дракон, друзья. Вместо него мы могли бы сделать полный сет брони. Наверное, даже могли сделать кирку, меч и алмазный топор. Но вместо этого мы сделали вот такого дракона, на котором мы теперь можем полетать. Мод очень суперский, поэтому скачивайте его в описании, друзья. Ну а на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.